Готовим в зиму огурчики, маринованные без стерилизации. Берем 2-литровую банку, ну кто-то может 1-литровую банку. Моем содой, стерилизуем над паром. Закладываем туда огурчики, которые 30 минут или час держали в воде. На дно банки кладем укроп зонтиками, 3 лавровых листика, кусочка болгарского перца, хрен, лист смородины 3-4 штучки, кусочек стручкового перца горького, 2-3 зубчика чеснока, 3-4 штучки душистого и горького перца и 2-3 штучки лаврового листа. Заливаем кипящей водой. Когда остынет, воду сливаем, еще раз кипятим. Заливаем второй раз, а на третий раз мы делаем рассол. Сюда на 2-литровую банку 60 граммов крупной соли и 60 граммов сахара. Кипятим отдельно в банку 8 столовых ложек уксуса. Когда мы залили кипятком, мы закрываем банку. Хорошо укутываем. Все,